Премьер-министр и министр обороны Бенямин Нетаньяху принял в праздничном шалаше в резиденции главы правительства солдат Цахала, репатрировавшихся в Израиль в одиночку. Речь идет о репатриантах из Австрии, Украины и Италии. Глава правительства побеседовала с ними и поговорил в режиме видеосвязи с их родителями. Цитата. «Пользуясь случаем, я хотел бы еще раз пожелать хорошего года всем гражданам Израиля и всем солдатам, которые защищают наше государство не только в праздники, но и в будни. Я горжусь тем, что Александр, Ади и Александра приняли решение в одиночку репатрироваться в Израиль и стали солдатами армии обороны Израиля. Радостного праздника Суккот», — сказал премьер-министр Нетаньяху.